хочу показать, как сделать дырочки под шнурочек на пояске, на платьишке. Так вот, две петельки вместе и накид. Две петли вместе, накид. Две вместе, накид. Такой метод применяют, часто распространено в пинеточках под завязочки, чтобы с ножки ребенка не спадывали. Так. В изнаночном ряду все петельки изнаночные, и накиды, и петли, и получится у нас вот такие дырочки получаются. Потом шнурочек вставляем, чтобы размер регулировать. Сейчас покажу в изнаночном ряду, раз я уже подошла. Платьишко для внучки. 6, 7, 8. Так. Вяжем, как смотрят петельки изнаночные. Ничего не перекручиваем, чтобы дырочки были. Так,